Ну, добрый вечер. Дождь уже пошел, блин, быстрее давай наливай, блин, дождь как идет, бы уже надо жрануть. 6,8, сейчас жранешь. Ну, имей терпение, ну что ж такое-то? Я не понимаю, куда ты торопишься. Дождь идет, сейчас как бы белки прибегут, сгрызут вообще всю твою эту... Не вижу хорошо. Ни дождя, ни белок. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Ух ты ж! А вот это красота! Это тоже ароматец. Реворд тогда не могли Нью-Ингланд делать. Как бы. Ну, хмель чего? Хмель, что ну, 6,8, то было 8,5. Как ты из вообще из баночки какие-то ароматы чувствуешь? Рекомендую пить вкусное пиво из бокальчиков. Будем здоровы. Горькое. Ну ничего. Так. Да, такое. Вот у этого есть свой какой-то индивидуальный, не побоюсь этого слова, вкус. Вот этот индивидуальный вкус называется в виде хмелей страта и мозаик. Надо сказать, что Сергиев-Посадский Реворд прекрасно делает стауты. И сауры у них тоже неплохие. Просто не боятся экспериментировать. Ну, по хуям, как бы, кому что понравится, кому что не понравится. Мы тоже не боимся. Мы не боимся экспериментировать. Не боимся. Ничего. Не боимся ничего. А нам все равно, Боимся по носу, там, похмелья какого. Прикинь, белка не в лесу, а дома. Похмельная. Дома страх. Бухаете? Тогда я иду к вам. Вообще белка дома страх. Да, но с крафта такого не бывает. Только небольшой прононс. Я тебя понял. У меня этот Реворд Сергиев-Посадский ассоциируется с Гоголь Борделло. О, Гоголь Борделло. Я вот честно скажу, у меня вот пока я не настолько развился, чтобы ассоциировать вкусы с музыкой, но в противопоставление, ну, скорее, Ману Чао. Африкано, кландестино, марихуана, иллегал. А здесь во вкусе там все. Тропики присутствуют, но это тропики добавляет кто? Тропики вот Даните? Вот, на самом деле, в последнее время природа очень очистилась. Уже белки... А кроме белок кто? Крысы да голуби? Таджики, киргизы вот. Что с ними не так? Проходят, как бы. Ничего. Куда ничего. Они проходят? Вот мимо и строят тут прекрасные дома нам. Вот. Дома у нас пик строит. Это некое... Ну а кто там работает? Белки, кто, что ли? Надеюсь, не крысы. Прекрасные люди из дружественных нам свободных стран. Хорошее пиво, крепенькое, вполне себе питкое. Недриское, самое главное. Что? Питкое, но недриское. А это новый термин, кстати, да. Мы его в обиход. Запуляем все. В обиход. Вот есть дриское пиво, есть питкое. Вот это ну, питкое, но недриское. Ой. Хорошее пиво. Неплохое. Я ему поставлю 4,75. Сколько ставишь? 3,75. Мне горько. То есть ты его никогда больше не купишь? Да, я его, пожалуй, больше никогда не куплю. Не хочу! Я с удовольствием еще раз прикоснусь к прекрасному хорошему пиву. Я еще раз могу просто напомнить о том, что Реворд варит прекрасные сауры и прекрасные стауты. Через раз. А еще они очень любят варить одинаковые сауры, да, и называть... Менять название, менять картинку. Картиночку менять, да. Но при этом это что там какой-то там маракуйя и что-то там... Маракуйя с глютаматом натрия. Натрия, совершенно верно. И этой цедрой
этой кислоты, короче, аскорбиновая. Аскорбиновая. Это у саботажа кислота, у ревортов. А у него своя, значит, кислота, не аскорбиновая, а какая еще бывает кислота? Ну, кроме... Какая? Гидрооксидонтная кислота. Такой нету. Как к сожалению. Нету? Пока не изобрели. Лизергиновая. Лизергиновая кислота. Во! Но это не к реворту, а это... Кто у нас спец главный? Я не знаю. Ну, кто кто придумал вот это вот все? Изобрел, на велике ехал. Хопкинс. Энтони Хопкинс. Ну нет, начало похоже на Х, да. Хуйкин какой-то, короче. Хоффман. И что не знаете в Википедии? Хоффман. Да, и Хуйкин. Его друг. Хуйкин это... Хоффман как... и Хуйкин. Попрошу не путать. Попрошу настоятельно не путать. Всем peace.